Доброго времени суток, ГТАшники! В общем, я сегодня приготовил для вас одну миссию, которую, скорее всего, вы не проходили, если не скачивали данную модификацию. Итак, мы снова с вами в Зорге, это North Point Mall, и, в общем-то, последнее, что я вам не показал в этом моде, это секретное задание. Так вот, секретное задание находится у нас прямо здесь. Как вы видите, тут стоит Фагио. Тот самый мопед из начала игры, который мы можем видеть. И, в общем-то, с ним есть целое полноценное задание в этой модификации. Огромное спасибо за помощь в нахождении Павлу Лысенко. Итак, в общем-то, давайте на него прямо сейчас сядем и приступим к выполнению. Насколько мне известно, задание называется Fagio Playground. Да, так и есть. Это, в общем-то, ага, у тебя есть 300 секунд, чтобы собрать все 24 чекпоинта. Ты можешь собирать их в любой последовательности. Как только соберешь первый, начнется отсчет. Да, и какого-то черта на меня наезжает полиция. Ну да ладно. Итак, задание собирать чекпоинты в моле. И знаете, это довольно неожиданно и довольно интересно. Я думаю, по всем чекпоинтам проезжаться нет смысла. Как говорится, все познается в практике. Поэтому, наверное, давайте начнем собирать. Правда, порядок не знаю какой. Да, надо было бы попробовать что ли потестить. Блин, подожди. Leave me alone. Все, отстаньте от меня. Долбанные копы. Итак, давайте начинать. В общем-то, начнем, наверное, вот с этой. И... Ага. Они, кстати, тут иногда не ресуются, поэтому нужно перед тем, как берешь, запоминать, где находится чекпоинт. Вот, например, видите, да? Он прогружается довольно медленно. Да, кстати, лимит кадров поставил на 30, потому что мало ли, что тут может произойти, да, все-таки. Лишние кадры тут играют... Влияют меньше всего на геймплей. Вот так вот будет правильно сказать. Итак, неразрушаемые столы и стулья. Это уже третий чекпоинт. Ну, в принципе, пока понятно, да? 1/6 чекпоинтов находится около забегаловок. Потом, естественно, наверх надо будет съездить. Так, далее нам нужно сюда. Кстати, хорошо, что 5 минут на это все дело дают. Знаете, довольно много. Для первой попытки это реально много. Помню, как проходил Cone Crazy, который находится на стоянке наверху. Так, а тут мы... Ага, я думал, мы стекло тут сломаем, но, видимо, нет, не в этот раз. Так, это 5-й чекпоинт. Я, если честно, больше ориентируюсь сейчас по радару, поскольку ориентироваться на эти самые метки проблематично. Они действительно иногда просто исчезают у тебя прямо перед глазами. Так, это была 6-я, дальше 7-я. Она находится на стенде, я так понимаю, да? Да, так и есть. Она находится на стенде с Инфернусом. Отлично. Что думаете, сначала собрать все, которые снизу находятся? Ну, кстати, да, как вариант. Блин. А как так получилось, что я на такой маленькой скорости просто подлетел на этом бедном Фагио? Так, смотрите. Следующая метка находится в магазине с... Тихо, с холодным оружием, условным. Но для игры это холодное оружие, как бы. Понятно, что это магазин инструментов. Так, снова на клумбе своеобразной меточка. Это уже 9-я. Так, и получается в гэше. Черт! Эти стекла, они вообще не пробивают с помощью Фагио. Ладно, тут у нас есть еще время. Кафе Тарбуш, я так понимаю. А, нет, это опять в клумбе находится метка. Так, это была 10-я. Дальше, наверное, в гэше находится, да, часть? Потому что я смотрю тут квадраты. Соответственно, когда квадрат, это означает, что метка находится на том же уровне, что и персонаж в данной ситуации. Так, сюда. И вот она. Угу. И я так понимаю, то же самое надо сделать с другой стороны. Кстати, 12-ю метку сейчас берем, и как раз половина времени у нас с вами остается. Так, заезжаем сюда и берем ее. Здесь как раз-таки можно подняться на эскалаторе будет. Естественно, я поеду не потому, но да ладно, неважно. Так, 13-й около комплекта с одеждой. Противоположной стороне только выше 14-я находится. А, нет! Блин, вот это косяк сейчас был. Подожди, у меня есть идея. Давай, давай, Томми, умоляю. Отлично. Так, снова пропишем Leave me alone. Отлично, все, спасибо. Просто чтобы лишний раз не выбираться оттуда. Так, это была 14-я. Большинство, как видите, находится в центре. Да, именно в центре мола. Я не могу это как-то объяснить по-другому. Просто в центре мола это все дело находится. Так, 15-я. Ну, дальше, в принципе, проблем не должно быть с прохождением. Да, кстати, лимит кадров все-таки стоит, наверное, отключать, хотя задний ход на мопеды, по-моему, не влияет, когда кадров становится больше, чем нужно. Да, у винил каунтдауна, вот, правильно было бы назвать. Но я сказал в центре, это тоже верно. Так, 17-й. Метки нет, 18-я.
Опять, вот, да, 19-е. А где еще две? А, вот, вижу. Да, они просто не ресуются. Это происходит как-то спонтанно. Ладно, у нас еще минута 25. Нужно подобрать три отметки. Отличное задание, офигительное, только, знаете, хорошо, что с этим не борются местные охранники, а то мало ли, чувак просто на мопеде тут разъезжает. 23, и final countdown, 24. Новый рекорд 3 минуты 48 секунд и $2000 сверху. Собственно, задание было великолепным, оно мне, правда, очень сильно понравилось. Самая проблема только в том, что больше таких заданий нету в этой модификации. Да, это действительно было последнее, что стоило вам показать здесь. Если бы, кстати, таких заданий добавили еще больше, я бы обрадовался. Но тем не менее, спасибо хоть на этом. И, как ни прискорбно об этом сообщить, но модификация Зорга подошла к концу. Собственно, да, я выполнил абсолютно все, что здесь есть. Я показал вам все, что здесь можно купить в плане недвижимости. Задание это можно обновить. Даже, кстати, можно проэкспериментировать небольшой момент. Вот опять запускается Fagio Playground. Давайте для начала посмотрим, сколько времени мне дадут на выполнение. То есть, опять же, либо 5 минут, либо таймер, как в Cone Crazy, будет показывать меньше, насколько я помню. Или он не делал так. Ну, поехали, проверим, пока время есть. И, собственно, дальше вас ожидает обзор еще одной модификации, следующей по Вайсе из коллекции 14 в одном, которую я пропустил, но я думаю, вы уже понимаете, о какой я говорю. Я в прошлом видеоролике об этом рассказывал. Так, подбираем и видим таймер. Опять в 5 минут идет. Ну и хорошо. Так вот, этот самый эксперимент был вообще не в этом. Я хотел проверить, если сесть на другое Fagio, будет ли задание идти дальше. Оно тут реснулось? Блин, Fagio не реснулось. Ну ладно, просто тогда поездим. Что же, что вы думаете по поводу этого задания? Вот что самое главное, я хотел бы у вас узнать после всего этого проделанного. И если вас интересуют, кстати, подобные задания в Вайсе, да, может быть, кто-то не узнает это. Такие задания уже были. You bailed too tough for you? А, это, видимо, из-за того, что я удалился от мола. Задание провалилось. Или из-за того, что я сел на автостраду. Вообще, по идее, да, задание скинулось из-за того, что я, наверное, на автостраду сел, скорее всего. В этом была главная проблема. Хотя, насколько я помню, когда запускаешь PCJ Playground, то задание не сбрасывается. Пойдемте это проверим, что ли, пока время есть. Так вот, и по поводу полицейского участка в прошлом видеоролике мне так никто и не написал. Хотя раньше было много людей, что писали, мол, можно купить в Зорге полицейский участок, получишь дополнительное задание. Этого не было, никто ничего не отписал, соответственно, это было обычное вранье. Значит, комментам я теперь буду меньше доверять. Ну и хорошо, отлично. В общем-то, можете сказать спасибо тем людям, которые это насоветовали, как говорится. Итак, в общем-то, вот этот PCJ Playground, который находится у нас здесь. Это то же самое задание, даже задание одинаковое, Playground, собственно. Только тут 2 минуты на все про все дается. Ну, кстати, да, можно было бы добавить немного хардкорности в то задание и сделать времени чуть поменьше, ну, хотя бы 4 минуты. Так вот, я хотел затестить одну маленькую вещь. Давайте подберем первую отметочку. Ё-моё. Ладно, это может быть, в принципе, любая метка, неважно, что это первая, не первая будет. И попробуем сесть в другое транспортное средство, и на этом, в принципе, видео закончим. Так, первую взяли. И, в общем-то, теперь мне нужна любая тачка. По-моему, они припаркованы как раз-таки по этой полосе, если я не ошибаюсь. А, ну вот, самый раз, таксишка. Так, и если мы сядем, по идее, задание должно провалиться, да? Да, да. То есть, задание имеет те же скрипты, что и PCJ Playground. Но по поводу Cone Crazy мы проверять это все дело не будем. Я, кстати, по-моему, никогда еще так не делал по поводу прохождения вот этого Playground. И что если сесть в другую машину? Результат немного порадовал. Ну ладно, друзья, это был, скорее всего, последний видеоролик по модификации Зорга. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, то оцените, пожалуйста, его положительно. Далее мы с вами затестим еще модификацию, нужно будет еще что-то поискать, какие-то конкретные моды, может, не глобальные модификации. Будем искать... Вау! Что это? Будем искать еще какие-нибудь способы пофаниться в модах для GTA-шки. И подписывайтесь на канал, конечно же, если вы тут первый раз, видеоролики по GTA выходят практически каждый день. И, в общем-то, все. А, да, и еще кое-что. Если у вас есть на примете какие-то модификации, которые я еще не обозревал, то можете написать в комментариях. Да, я читал про GTA Vice City, сейчас будет тавтология, Raccoon City называется модификация. До нее я тоже обязательно дойду, поэтому спамить, пожалуйста, не нужно. Все, вот теперь все. Прощаемся с модификацией Зорга. И я прощаюсь с вами. Всем пока.